Здравствуйте, друзья, доброе утро. Пятница, конец недели. Еду на прямой эфир. В офисе вот скоро буду. Сейчас 10 часов 15 минут. Через 45 минут я буду в прямом эфире. И вот хотел рассказать ситуацию интересную. Значит, комментарий был, который привлек мое внимание. Человек написал, что люди из Калифорнии уезжают в менее социалистические штаты, в менее либеральные. Так вот, значит, и действительно есть некоторая демография такая, люди туда приезжают, сюда приезжают. И я когда-то тоже в эту тему окунался, ну, не случайно, не то, что я специально там что-то искал, где-то вдруг прочитал. И там была такая заметочка, что вот если посмотреть на структуру приезжающих и уезжающих из Калифорнии, то выясняется, что очень существенный процент уезжающих — это не калифорнийцы, а люди, которые приехали и уехали. То есть они как бы, ну, бывает, да, там за работой приехал, или там на солнышко, там, или еще чего-то, потом дальше поехал, там пожил пару-тройку лет. Это в любом штате есть какой-то приток туда и приток отсюда. Но вот эта вот социалистичность, что, мол, люди бегут от социализма. Вообще меня эта мысль удивила, потому что люди обычно в социализме залипают. Из социализма никто не бежит. Из социализма могут бежать богатые. Вот когда во Франции, да, там подняли налог, пришли социалисты, президент социалист, там все дела, подняли налог на богатых там 75%. И вот народ стал, значит, богатый народ стал из Франции отваливать потихоньку. Кто-то взял бельгийское гражданство, кто-то там умудрился российское и так далее. И чисто денежный вопрос. Не то, что он там любил, понимаете, лично Путина или хотел жить в Кремле. Нет, ну вот просто, ну, деньги. И вот, значит, то есть, конечно, от социализма кое-кто и бежит, но обычно это бегут люди очень богатые, которые на свой счет содержат всех остальных. Вот они бегут от социализма. Все остальные нет, они наоборот, они очень радостно там находятся. Тем более, когда хороший такой жирный социализм, кто же побежит? И вот я подумал, надо порыться в этой теме, пошел рыться в теме. Обнаружилось, что за 10 лет, есть отчет статистически опубликован где-то в феврале вот этого года, поэтому, значит, я там посмотрел. За 10 лет население, ну не население, население растет, мы сейчас придем к этому, население Калифорнии растет, и считается, что в следующем году достигнет 40 миллионов человек. Это самый населенный штат в США. Следующим идет Техас с 28 миллионами, тоже растет. Вот. И, может быть, даже быстрее, чем Калифорния растет. Так вот, значит, население растет. Мы говорим, как же так? За 10 лет на миллион человек вот этот дисбаланс произошел приезжающих и уезжающих. То есть уехало на миллион человек больше, чем приехало. Как же население растет? Вот это первая мысль. Но там специфика расчета. То есть они берут штаты Соединенных Штатов, они не берут иностранные государства. Вот мы, например, со Светланой, ну не 10 лет, а там, скажем, 28 назад, мы сюда приехали из СССР. Поэтому мы не входим в статистику там приехавших из Нью-Йорка или там Миннесоты. Понимаете, мы эмигрирующие. А если посмотреть движение между людьми, то есть, скажем, Калифорния и остальные 49 штатов вместе взятых, да, вот как происходит вот этот вот, так сказать, фильтр, в какую сторону работает. Значит, получается, что между Калифорнией и другими штатами миллион человек убыло в другие штаты. На самом деле цифры такие: за 10 лет 6 миллионов человек уехали и 5 миллионов человек приехали. То есть вообще 6 миллионов – это прилично, да, для штата с населением, скажем, если 10 лет назад это было, скажем, 36 миллионов, то это каждый шестой, можно сказать, уехал. Это не так занятно. Теперь, да, но население растет почему? Потому что есть естественный прирост. Они же никуда не уезжают, они вот тут рождаются. И, в общем, есть естественный прирост, есть иммиграция, и как бы она присутствует. Вот, имеется в виду легальная в данном случае. Так, что-то там отъедем. Ах, то есть там какая-то медицинская какая-то машина сзади. Мы от нее отъедем. Поэтому население растет, несмотря вот на это. Дальше начинается по структуре. Кто уезжает и кто приезжает. Вот это очень интересно.
уезжают люди, которые образование имеют, ну, до high school, просто high school, и немножечко больше, чем high school. Ну, вот там походили в City College, там семестр, там что-то взяли. То есть это люди необразованные, это люди до 25 лет, ну, скажем так, значительная часть, я не хочу сказать, что не уезжают люди старше, но значительная часть вот этого выезжающего потока, это люди до 25 и без образования, и с низким доходом, или, скажем так, с низким и очень низким, в основном таким совсем низким. Кто приезжает? Приезжают люди с доходом 200 тысяч. Вот существенная часть, или там, скажем, средний там, доход приезжающих там 200 тысяч, то есть это образованные люди, это люди в возрасте 25-35 лет, вот профи приезжают, молодые профессионалы, тут есть такой термин, я не знаю, как он, сленговый, но он встречается в литературе, япис, так называемый япис, происходит от young professionals. Вот эти вот young professionals, вот эти япис, они приезжают в больших количествах. В какие штаты народ уезжает и из каких штатов приезжает? Ну, совершенно очевидно, что если в стране есть 50 штатов, там, ну, 49 остается, то в каждый из них там кто-то уехал. Но доминирующим является, как бы сильно опережающим всех остальных, является Техас. И это неудивительно, потому что Техас – большой штат, с большим населением, с большой экономикой, там есть место для многих. Скажем, в Аризону столько не уедет. В Аризоне негде разместить, там, скажем, миллион человек, понимаете, который туда сейчас вдруг возьмет и приедет, там просто нет места. А в Техасе можно и миллион, и два, и, наверное, и пять тоже можно. Я думаю, там выдержит экономика. Вот. Ну, не за один день, конечно, а вот так, за несколько лет. Поэтому неудивительно, что Техас, там много работы. И мы, опять же, смотрим за последние 10 лет. Давайте я поверну камеру. За последние 10 лет, то есть это было и во времена нефтяных как бы работ, когда было много нефтяных работ. А сейчас там, там же не только нефтяные, там вообще любые есть. То есть Техас такое место в экономическом смысле совершенно замечательное. Вот. Так что там хорошо с работой. Дальше что? Кстати, я какой-то там комментарий прочитал, что вот из-за того, что из Калифорнии вот эти люди уезжают, то из-за этого сдвигается на выборах в сторону демократов результаты выборов. Вот, скажем, на последних выборах в Техасе, когда избирали президента, да, и там всех остальных, в 16 году, там за Клинтон голосовало 45%. Не так мало. То есть это такой прям республиканский штат. Но вот мы видим, что сдвигается. Наверное, не только за счет калифорнийцев сдвигается. Там латинос тоже преимущественно голосуют за демократов там и так далее. Но тем не менее. Значит, но если на Техас сложно повлиять демографически вот так, то, например, маленькие штаты, ну, по населению маленькие, такие как Невада и Аризона, являются следующими в списке тех мест, куда едут калифорнийцы. Намного-намного меньше туда поток, чем в Техас, но вот, тем не менее, они следующие. Но там есть и не только там совсем республиканские штаты, есть, например, абсолютно левый штат, не левый в смысле, а левый, либеральный штат, Орегон. Орегон очень популярен, кстати, среди калифорнийцев. И тоже и место там сколько хочешь, природа замечательная. Он, конечно, маленький, в том смысле, что населения мало и возможностей там, конечно, не так много, как там, скажем, во многих других штатах, которые большие штаты, но, тем не менее, он тоже популярен для тех, кто там едет куда-то из Калифорнии. Значит, кто едет в Калифорнию? Кто едет в Калифорнию? Из каких штатов, я извиняюсь? Едут из Нью-Йорка, из Иллинойс, да, Чикаго там находится, из Мичиган, из Нью-Джерси. Вы можете сказать, что это более-менее преимущественно штаты либеральные. Это правда, но это такие места, где деньги зарабатывают. Вот существенным двигателем всех этих миграционных процессов является финансовая сторона, а не политическая. Вот как бы наш зритель
как бы его именно вот это вот привлекла мысль о том, что люди бегут от социализма, но как бы все, кто обозревает это, там, кроме него еще есть люди, которые вот пишут, которые анализ делают, там, статистику всякую подбивают и так далее, все это приводится к именно финансовой стороне, и я хочу сказать, что если вы посмотрите на, скажем, итоги выборов, вы увидите, что за демократов, за либералов, там, за левых и так далее, молодежь, именно те, кто уезжает, необразованные, скажем, не сильно образованные, не сильно зарабатывающие, специфически молодые, вот эти-то как раз и есть самые либеральные, самые оголтелые либеральные, вот они. Понимаете, если там можно сказать, что я в каком-то отношении либеральный, но я не оголтелый. Понимаете, вы не представляете вот эти вот студенческого возраста, чего у них в голове. Поэтому вот они уезжают. Вот они меняют как бы политическую карту тех штатов, куда приезжают. У людей не меняются политические убеждения от того, что они переехали из штата в штат. В основном они их сохраняют, как бы, получается. Поэтому я как бы категорически против политической окраски вот этой демографии, то есть как бы все наоборот, да. Получается, что богатые, которые должны были бы драпать из Калифорнии, едут в Калифорнию. Я хочу сказать, что еще интересный факт, вне связи с этой историей, я прочитал, что 40% налогов в штате Калифорния, еще раз, 40% налогов, которые получает штат, идут из семей с доходом свыше миллиона долларов в год. 40%. Это не штат бедных людей, это штат богатых людей. Они готовы платить. Они говорят, либеральные, значит, либеральные, налоги высокие, значит, налоги высокие. За хорошую вещь надо платить. Понимаете, если ты не понимаешь, что люди готовы платить за что-то, что им нравится, то ты никогда не поймешь, почему люди живут на Рублевке, вместо того, чтобы жить в заводском общежитии. В заводском общежитии дешевле. На окраине Сыктывкара намного дешевле, чем в центре Москвы, друзья. И тем не менее находятся неразумные люди. Абсолютно, как бы, понимаете, не поддается осмыслению. Как это так? Вместо окраин Сыктывкара вдруг центр Москвы. Зачем? Там же дешевле. Понимаете? Так вот, получается такая история. Значит, все наоборот, короче. Такая вот демография приездов и отъездов из штата Калифорния. Вообще, если посмотреть там на другие штаты, как это происходит и так далее, то никак не просматривается вот именно передвижение из там по политическим мотивам. Я вам скажу больше. Значит, если, допустим, люди хотят уехать из либеральной Калифорнии в, там, скажем, консервативный, я не знаю что, там, пусть будет Техас. Почему же люди из Нью-Йорка, либерального, еще более либерального, чем Калифорния, почему же люди из Нью-Йорка не едут, ну, или, скажем так, может быть, едут тоже в Техас, я не знаю, я не посмотрел, наверное, тоже едут, но почему они едут в такую же либеральную Калифорнию? Понимаете, они не бегут от либерального. Я не видел никого, чтобы он бежал от либерального. Нет, вот тут полно народу у нас есть, с которыми я общаюсь. Они такие протрамповские такие. То есть не просто, там, скажем, консервативные, а уже, ну, как бы в крайней степени. И никто не уезжает из либеральной Калифорнии. Я ему говорю, а что бы вам не поехать там в Западную Вирджинию? Ну вот, чтобы вы поняли, с кем вы вместе оказались-то. По одну сторону баррикады. Не хотят. Понимаете, и даже в Техас не хотят. Не хотят уезжать из социализма. Понимаете, какая фигня? Поэтому социализм – это магнит, а не, что там, отталкивающее что-то. Понимаете, не бойтесь слова «социализм». Бойтесь людей, которые в это вкладывают смысл такой, знаете, нехороший, неправильный, или там такой, чтобы подменить, да, террором,
подменить узурпацией власти, там, ГУЛАГом и так далее. Это не было социализм. Какой же это был социализм? Это был шаг назад от капитализма, не в сторону социализма. Это был шаг назад в сторону феодализма. Поэтому нам привыкли вместо под слово социализм подкладывать феодализм. У нас есть исторический опыт. Мы как бы мы знаем, тут помахали социализмом, а сзади тебе вставили к феодализму. И говорят, ты же этого хотел? От социализма никто не бежит, друзья. Кто бежит из Европы? Покажите мне. Кто бежит из Европы в Соединенные Штаты? Где эта очередь? Ладно. Хорошо, ребятки, я подъезжаю к офису. Ровно половина одиннадцатого. Я сегодня быстренько доехал. Ровно половина одиннадцатого. И мы выходим в прямой эфир. Счастливо. Каждую пятницу в 9 часов по московскому времени. Я так напоминаю тем, кто досмотрел. Это мой прямой эфир. И каждую среду в 9 часов по московскому времени, вечера, естественно, вечера, в эфир выходит Светлана. У нее такая более женская аудитория. И более американская, я, кстати, заметил. Если у меня больше народу, которые интересуются иммиграцией, вообще жизнью в Америке, которые не живут в США, то у Светланы значительно больше крен в сторону тех, кто уже в Америке. Ну, или, может быть, там, в Европе, там где-то. И как-то их больше интересуют житейские проблемы. Все, на этом мы с вами заканчиваем нашу встречу. Счастливо!